Обо всех этих сифатах есть достоверные хадисы, которые не вызывают никаких сомнений и достигли степени таваттура хадис, переданные из поколения в поколение столь большим числом передатчиков, что невозможно, чтобы они объединились во лжи. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит: между его глазами написано «кафир». И эту надпись может прочесть каждый мумин, как умеющий читать, так и неграмотный. Даджаль будет утверждать, что он Господь, а ведь ваш Господь не косой. Признаки Даджаля будут явно выраженными и очень заметными. Кто же подвергнется испытанию Даджаля? Посмотрите на сегодняшнюю жизнь. Людей можно разделить на верующих и неверующих. Среди верующих можно найти людей со слабым иманом, который не подкреплен доводами и логическими умозаключениями. Если появляется человек, способный совершать чудеса, пусть даже мнимые, то у него масса поклонников, неверующих. Даджаль обладает сверхъестественными способностями, но верующий человек не пойдет за Даджалем.